Это одна запись из дневника писательницы, художницы и поэтессы Полины Викторовны Жеребцовой, которая на возрасте 9 лет начала вести во время Первой войны в Чечне в 1994 году и продолжала в течение 10 лет. Почти вся ее семья погибла, кошки умерли от голода, а сама она была сильно ранена, 16 осколков попало ей в ноги. 1 декабря 1994-го. Мы пошли на рынок, и тут стали стрелять. И все побежали, все падали в лужи, я упала. Кто-то на кого-то напал, и стреляли. Потом убила ребенка у женщины, и она кричала, очень кричала. Это пуля, пули были повсюду, и все бежали и бежали, и мы бежали. Мы залезли в автобус, он поехал, и тут случилось, что вертолеты стали стрелять по автобусу. Они стреляли по нашему автобусу. Все кричали и прятались друг за друга. Вертолеты летали и стреляли, и самолеты летали и жужжали. Мы вышли на остановки и побежали через поле и железную дорогу. Все бежали, а вертолет летел и стрелял пулями в нас.